Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. Сегодня мы с вами проверим новое средство для очищения ванной комнаты, душевой кабины, унитаза, раковины и так далее от мыльного налета, жира, грязи и так далее. World Champ, производство Турция, а присадки Германия. Погнали! И первое, с чем мы с вами познакомимся, вот такой вот концентрат Purity. Разбавляется 1 к 6 с водой, можно использовать как просто с тряпкой и, допустим, в ведре, так и, допустим, перелить вот в такую вот баночку с распылителем, что будет гораздо удобнее. Чистящее средство для ванной и туалета Purity, концентрированная формула. Это средство подходит для очищения ванн, туалетов, от известковых наложений на плитки без нанесения повреждений. Экологически чистый продукт. И, кстати сказать, средство халяльное. Многие пишут в комментариях, что такое халяльная бытовая химия. Халяльная бытовая химия – это химия без использования животных жиров и не тестируемая на животных. Что очень хорошо. Также бытовая химия World Champ полностью биоразлагаема и не наносит вреда окружающей среде. Давайте посмотрим поближе, как это средство выглядит. Кстати сказать, производитель изменил всю упаковку. И посмотрите, вот такие вот интересные крышки. То есть дети открыть ее не смогут. И для примера мы сейчас с вами и повторим. Попробуй открыть это средство. Получается? Что и требовалось доказать, ребенку открыть данное средство невозможно. А закрывается оно еще проще. Накручиваем до проворота крышки. Все. Вот такое вот жиденькое средство, посмотрите, как водичка просто. С небольшим приятным ароматом цветов. Хлором и так далее ничем не пахнет. Следующее средство это тоже Purity, но не концентрат. И уже вот в такой вот удобной для нас упаковке. Ничего не надо разводить. И так далее. Просто пшикаем и сразу используем. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Абсолютно такая же прозрачная вода. Аромат, в принципе, идентичный. Не знаю, в чем разница. По виду, по запаху полностью одинаковый. Что это? Purity. Что это? Концентрат. Ну и не будем долго ждать. Отправимся в зону их применения. Погнали! И первое, что мы с вами попробуем, это вот этот спрей на нашей душевой кабине. Посмотрите, здесь можно прямо писать. Все, пробуем наносить. Встряхнем немножко средство. И... О, кстати, средство пенное. Не будем наносить большое количество. Все, вот так вот и оставим. И пробуем обычной губкой растирать. То есть я не буду прилагать никаких усилий. Я просто вот так вот один раз все протру. Сверху вот так вот раз. И пошли вниз. Если видно на камере, это брызги с той стороны, потому что там тоже стоит раковина. Так что это в счет не берем. И смываем. Никакого налета в принципе не осталось. Средство растворило весь налет мыльный полностью. Идеально. Просто ни одного пятнышка за одно применение. Давайте теперь попробуем вот эту часть. И чуть не забыл, все ссылочки на средство находятся в описании. Кстати сказать, дорогие друзья, у кого есть порезы на пальцах, либо вы, в принципе, бережете свою кожу, не так, как я, обязательно одевайте перчатки, потому что пальцы немножко уже пощипывают. Все, и смываем. Посмотрите. Посмотрите, какой результат. Просто. Даже протирать ничего не нужно. Результат, который поразит любую хозяйку при очищении ванной комнаты, а особенно душевой кабины, я вам гарантирую. Следующее средство, которое мы с вами сейчас протестируем, это вот такая концентрированная формула в литровой упаковке. Погнали! Примерно вот столько средства. И разбавляем его теплой водой. Я думаю, вот так вот 1 к 6 примерно и будет. Сейчас мы займемся очищением герметика пожелтевшего и раковины. То есть берем, все вот так вот смачиваем губку. Смотрите, средство довольно пенится хорошо. Все, взяли средство и давайте пробуем. Посмотрите,
Просто даже тереть не надо. Чуть-чуть протерли. И все, все белоснежное. Посмотрите. Весь желтый налет у нас очищается. Вот так вот. Вокруг крана все почистить. Чтобы даже в самых потаенных местах не было никакой грязи. Все, за краном тоже хорошенько все вычистили. Все, никакого желтого налета у нас не остается. Все делаем в режиме реального времени. То есть я даже монтировать этот участок не буду. Вы сможете своими глазами увидеть, как быстро и легко все очищается. Все, смываем губку. Все, и протираем. Все, посмотрите. Сказать, что это концентрированный раствор, очищающий все на свете, и которого хватит, я не знаю, помыть 3 ванных комнаты, это ничего не сказать. Далее берем обычную губку, также начинаем все это вот так вот протирать. Все. И посмотрите, какой результат. Все блестит и без неприятного запаха. Запаха практически, кстати, дорогие друзья, нет никакого. Ни цветочного, ни химического. И это то, что нам нужно. Сейчас проверим сложные загрязнения. Ну вот, дорогие друзья, сложные загрязнения угла. Вот здесь у нас уже все желтое. Берем прямо вот так вот. Давайте плесканем средством и щеточкой. Обычной щеточкой. И все, теперь просто смываем. Посмотрите, какая желтая грязная вода уходит. Посмотрите. И идеальная чистота, белизна даже в загрязненных углах душевой кабины. Также с помощью этого средства можно с легкостью отмыть кафельную плитку. Допустим, от мыльного налета, такой же, который остается и на стеклах. Только мы его с вами не видим. Просто разводим 1/6 этот концентрат. И вот так вот губкой. Либо чем вам удобно, можно даже швабру, мне кажется, взять. Вот так вот все моем. Смываем полностью все средство. И получаем идеально чистую душевую кабину. Душевую кабину мы с вами полностью отмыли. Плитку отмыли, раковину отмыли. И средства у нас осталось еще половина. То есть это довольно экономичное средство для очищения всех ванных комнат. Средства справились хорошо, это мало сказать. Они справились революционно. Для каждой хозяйки это будет отличный помощник в хозяйстве. При очищении душевых кабин, ванных комнат, плитки, раковины, унитаза и так далее. А как их приобрести и где они продаются? Wildberries и Озон. Ссылочка находится в описании. Заказывай по интересной для тебя цене. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся уже в следующих видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет. Пока!